Погнал, ну. На 38-м километре Московского тракта на ближайших подступах к Первоуральску одновременно приключились и крупномасштабный замес, и потрясающее хладнокровием водителя легковушки спасение. Декорация такая. В 5:00 пополудни, то есть еще сильно засветло, белый фургончик неожиданно для окружающих догнал тягач с тяжелым твердым кузовом в качестве прицепа и разбил о его бездушную корму свою мордочку. По счастью для пилота фургона, удар на попутных скоростях получился не сильным и обошлось без травм. Но поразило в этой ситуации другое. Навстречу этому стукнувшемуся грузовому дуэту ехала легковушка, пилотируемая рулевым с 14-летним стажем вождения. И вот походу опыт в этой ситуации дал о себе знать. Когда фургон, догнавший самосвал, стала выносить кормушкой на чужую, опытный пилот первого встречного подорожника не ойкнул, не выругался, а ошеломляюще спокойно, не сбиваясь с темы беседы, увернулся от потенциально смертельного удара вправо и продолжил есть бу, как ни в чем не бывало. По стрессоустойчивости этот пилот напомнил известного челябинского водителя, который 15 февраля 2013 года увидел летящий метеорит и даже ухом не повел. Слушаем его последователя под Первиком. Хлеб на кухне гречневый, не знаю. Привет, спасибо, ну что? Да, это реально только 3 заведения, куда я в Киеве хожу. Хотя их больше. Надо, ну знаешь, есть типа рестораны, это ну долго.